Друзья, здравствуйте! Сегодня мы готовим вкусный десерт, простой. Это кофейный десерт. Он напоминает и пирожные, и конфеты. Готовится очень просто, получается бесподобно. Для начала нам надо желатин развести молоком. Все пропорции будут указаны под видео. Размешиваем и ставим на водяную баню. Все то же самое можно проделать в микроволновой печи. Но я это делаю по привычке на водяной бане. Зажигаем газ и пускай желатин полностью растворяется в молоке. Про него пока забываем. Теперь берем другой ковшик, зажигаем газ и выливаем молоко. Сразу же одновременно вводим сюда яйца, 5 желтков, подготовленную муку, сахар и ванильное масло. Или ванильный сахар, или ванилин. У кого что есть. 2 щепотки соли. И начинаем активно помешивать это все. Разбиваем все комочки муки, размешиваем желтки. Если яйца крупные, то 4 желтка. У меня они маленькие, я беру 5. По мере того, как молоко с желтками начинает нагреваться, и с мукой, и сахаром, мы сюда вводим уже в горячем состоянии растворимый кофе и продолжаем активно помешивать. Делаем меньше газ. Наш так называемый крем загустевает. Его надо довести до такого состояния, как жидкая сметана. Выключаем газ. Вот такое должно быть состояние нашей массы. Пока горячую массу мы вводим где-то 2 столовые ложки сливочного масла. Масло полностью распустилось. Проверяем желатин в молоке. Полностью разошелся. Выключаем газ. Выливаем в подготовленную массу распущенный желатин в молоке. Все смешиваем активно. Масло получается очень нежное, ароматное и вкусное. Друзья, я подготовила форму. Взяла целлофановый пакет, разрезала его в один слой. Вот, и застелила форму. Теперь выливаем всю массу в форму подготовленную. Эту форму мы отправляем в холодильник где-то на 3-4 часа. Друзья, прошло у меня 3 часа. Достала из холодильника нашу будущую вкусняшку. Выкладываем доску поверх и переворачиваем. Снимаем плёночку, нарезаем кубиками. Отставляем в сторонку. И теперь мы готовим обсыпку. У меня здесь в 2 мисочках кокосовая стружка. В одну из них я насыпаю какао, порошок. И все хорошо перемешиваю. В одной мисочке у нас шоколадный цвет кокосовой стружки, в другой белый. Берем кубики и обмакиваем в кокосовой стружке. Макаем кокосовую стружку не окрашенную и выкладываем поверх. У нас получилась вот такая горка кофейных кубиков в кокосовой стружке. Очень вкусный десерт, попробуйте так приготовить, и готовить его легко. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!